heaven on earth. Откройте в своей Библии 11 главу Евангелия от Иоанна. Я хочу созидать вашу веру. Мы помолимся. Я буду проповедовать около получаса, а затем мы будем поклоняться. И ваша вера будет расти. Кто из вас пришел сегодня в церковь с ожиданием? Нет, я никого не критикую. Есть те, кто еще не дошел до церкви, но жаждет силы Божьей. Я видел, как затем такие люди выходят к алтарю и получают спасение. Бог встретит вас там, где вы есть, на вашем уровне ожиданий. 22-й будет годом великого прорыва. Во второй книге Паралипоменон, 20 главе, 20 стихе сказано: «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Сегодня у меня очень простое послание. Но прежде всего я поприветствую всех наших телезрителей по всему миру. Добро пожаловать всем тем, кто смотрит нас в соцсетях, и всем, кто сегодня с нами в церквях. Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам в церквях Бломфонтейна во имя Иисуса. Итак, 11 глава Иоанна. Это было после смерти Лазаря. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Скажите кому-нибудь: «Никогда не поздно». Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Если сегодня вы знаете, что имеете вечную жизнь, и ваше имя записано в книге жизни, поднимитесь и воздайте Господу громкую хвалу в это воскресное утро». В 38 стихе Библия говорит: «Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: „Отнимите камень“». Хочу сказать, что в этом году Бог уберет противление из вашей жизни. Бог сделает так, что ваши враги примирятся с вами. Бог откроет вашу гробницу и наполнит жизнью мертвое во имя Иисуса Христа. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Не говорил ли я вам, что если будете верить, увидите славу Божью? Не знаю, как вы, но я готов увидеть славу Божью в этом году. Я готов увидеть, что Бог двигается так, как мы еще не видели. Я готов увидеть, как Бог восстанавливает все разрушенное. Я готов увидеть, как Бог открывает гробницы, увидеть, как Бог открывает глаза слепым. Готов увидеть, как Бог делает великие вещи в 22-м году. Я готов увидеть, как Бог наполняет стадионы. Я готов к тому, что Бог будет двигаться в моей жизни. Готов, что Бог наполнит пустые сосуды, что Бог исцелит больных, что Бог восстановит разрушенные отношения. Я готов, что Бог изменит нашу страну ради Его славы. Если вы верите, что Бог сотворит нечто великое в вашей жизни ради Его славы, прославьте Его во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Неделю назад я говорил, что Бог готовит пути и творит чудеса.
Он выполняет обещание. В то воскресенье Анжелика тоже была в церкви. Тогда она была на 39-й неделе беременности. Возможно, я слишком рано призвал ребенка родиться. В тот же день у нее произошел разрыв плаценты. Анжелику отвезли в больницу, и спустя 2 часа ребенок появился на свет. Это было чудом. Все врачи знают, что разрыв плаценты и кровотечение — это опасно и для ребенка, и для мамы. Хочу сказать 2 вещи. Во-первых, воздать Богу славу. А во-вторых, воздать Богу славу за правильных врачей. Аминь. Если бы не врачи, многие из нас не были бы сегодня живы. Моя дочь сделала 2 вещи. Когда произошел разрыв плаценты, она позвонила своему мужу и попросила приехать в больницу. Марну хочу отдать ему должное. Превысил все ограничения скорости всего за 23 минуты. Приехал из церкви, где служит диаконом, к моей дочери в больницу. В-третьих, хочу воздать Богу славу за Его благодать и за Его чудотворную силу. Он держит обещание. То, что должно было причинить вред, Бог обернул во благо. Если Бог может сделать это для меня, для моей дочери, для моей внучки, значит, Бог сделает это и для вас в 22-м году. Он творец чудес, Он готовит путь и держит обещание. Бог сотворит в вашей жизни экстраординарные вещи во имя Иисуса. Скажите «Аминь». Я чту всех врачей. Аминь. Сэнди, спасибо, что была на связи во время отпуска, за твои молитвы и твою веру. Как врач, ты знала, что нам нужно чудо. И она сказала Анжелике, молись. Я тоже позвонил Анжелике и сказал, положи руку на живот, мы помолимся. Если Лазарь уже смердел, и казалось, что слишком поздно. Марфа сказала, я знаю, что чего попросишь ты у Бога. Он даст тебе, даже если от Лазаря уже смердит, даже если от вашего брака уже смердит, даже если от ваших отношений или вашего бизнеса уже смердит, продолжайте верить. Я не проповедую о маленьком скромном Иисусе, который ничего не может. Если вы долго находитесь в депрессии, встаньте со своего места и облекитесь в одежды хвалы и счастья. Вам нужно поднимать руки, даже если не хочется, потому что именно в этот момент вы обретаете свободу во имя Иисуса. Я чувствую, что Бог сегодня здесь. Прославьте Его с триумфом во имя Господа Иисуса. Аллилуйя! Прочитаем еще раз 40-й стих. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. В другом переводе сказано, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать в меня, увидишь, как Бог явит свою силу. Дух Святой сказал мне несколько недель назад, это год, когда те, кто ищет Бога и ходит с Богом, увидят, как Он явит силу воскресения Иисуса Христа в своей жизни. Зависимости покинут вас, бремена будут сняты, проклятия вашей жизни будут разрушены силой Святого Духа. То, с чем вы боролись годами, исчезнет. Бог разрушит ярмо нищеты вашей жизни во имя Иисуса Христа, потому что Он — воскресение и жизнь во имя Иисуса. Иисус сказал Марфе, «Если будешь веровать, это решение. Мы не войдем в 22-й год с нейтральной позицией, связанной неверием, наполненные всяким сомнением». Тот, кто сомневается, подобен морской волне, поднимаемой ветром. Пусть такой человек и не думает получить что-то от Господа. Очевидный вопрос сегодня — во что вы верите? Когда мы славим Бога, кто-то непременно подумает, «Я в это не верю». Но я не верю. Вопрос сегодня не в этом.
Вопрос в том, во что вы верите. Если вы поверите, вы увидите силу Божию. Я не спрашиваю, что уже мертво. Не спрашиваю, что уже умирает или что потеряно. Я не спрашиваю, что разрушено или насколько сильна сегодня ваша боль. Я не спрашиваю, в какой вы сегодня ситуации и насколько глубока ваша долина смерти. Я спрашиваю, в чем вы верите Богу в 22-м году? Иисус сказал: «Тот, кто поверит, победит». Только верьте. Все возможно для тех, кто верит. То, что невозможно для человека, возможно для тех, кто верит. В чем вы верите Богу? Верите не тому, что говорят в соцсетях, что говорят врачи, что говорят обстоятельства. Во что вы верите? Это история для нас. Это история для каждой Марфы и каждого Мартина. Она для вас и для меня. В вашей жизни бывают времена, когда кажется, что надежда потеряна и победа невозможна. Но Иисус говорит: «Я по-прежнему воскресение и по-прежнему жизнь. Я все такой же Бог невозможного, каким бы долгим ни было ожидание». Неважно, сколько лет вы страдали от кровотечения, к примеру. Я по-прежнему воскресение и жизнь. Неважно, как долго вы были на дне, я по-прежнему воскресение и жизнь. Если вы 5 лет пытались забеременеть, в этом году вы забеременеете во имя Иисуса. Если вы верили, что Бог даст вам прорыв, в этом году этот прорыв совершится силой Святого Духа. Скажите «Аминь» во имя Иисуса Христа. Скажите: «Это мой год. Я иду вперед к прорыву во имя Иисуса». Аллилуйя! И тогда Бог прославится. Бог не прославляется в вашей нищете. Бог не прославляется в вашей сломленности. Бог не прославляется в вашей боли. Я не говорю, что вы не страдаете от боли или сделали что-то не так. Я говорю, что Бог прославляется, когда исцеляет вас. Увидев слепого от рождения, люди спрашивали: «Почему он слепой? Он согрешил или родителям, или это наследственное проклятие?» Бог сказал: «Нет, это для славы Божьей. Это будет год, когда в вашей жизни будет явлена слава Божия. Люди будут изумляться и воздавать Богу славу. Так что прославьте нашего Господа во имя Иисуса Христа, ведь это ваш год. Аллилуйя!» Вам нужно решить, во что вы верите. Его сила воскресения открыта для вас. Вам нужно поверить, как ребенок. Вам нужно принять решение поверить, что Иисус тот, кто вам нужен. Он больше, чем достаточно. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете, силой, действующей в вас. Вам нужно занять правильное положение перед престолом благодати и принять решение, в чем вы верите Богу. Когда Лазарь умер, возможно, его легко было бы воскресить в первый, второй или третий день. В иудаизме считается, что нужно выждать 3 дня перед похоронами, чтобы дух отделился от тела. Поэтому Иисус ждал 4 дня, когда воскресение уже казалось невозможным. Когда было слишком поздно, что вы делаете, когда кажется, что слишком поздно? Что вы делаете, когда кажется, что все кончено? Именно тогда вы приходите к престолу Бога и взываете громче, прославляете Его громче. Именно тогда вы начинаете просить и верить, молиться, стоять в вере и продолжать просить, пока камень не откатит, пока Лазарь не начнет шевелиться в своей гробнице, пока не сойдет облако славы, пока ворон не прилетит вас покормить, пока вода не начнет сочиться из скалы трудностей в вашей жизни. В это время нужно сказать: «Бог двигается, я готов к прорыву в своей жизни. Бог двигается, я готов к освобождению. Бог двигается, я готов к повышению. Бог двигается, я готов к хорошим событиям в этом году во имя Иисуса». Если кто-то здесь верит, что Бог будет двигаться в вашей жизни в этом году, прославьте Его. Перестаньте говорить о супруге негативно.
Молитесь и верьте, что в этом году ваш супруг будет спасен, ваш сын завяжет с наркотиками, а дочь с беспорядочными связями, ваша семья будет спасена. Если вы верите во спасение тех, кого любите, тогда произнесите сейчас имена этих людей перед Богом и увидите, что Он сделает. Эти люди будут спасены в 2022 году. Произнесите имена этих людей во имя Господа Иисуса. В 2022 году те, кто верит, что забеременеет, забеременеют каждая замужняя женщина. Я должен сделать такую поправку, потому что не буду молиться за тех, кто не замужем. И это верно. Если вы верите, что забеременеете, если вы муж, и сегодня вы здесь один, ваша жена забеременеет. Если вы жена, и вы сегодня здесь одна, верьте, что Бог даст вам ребенка. Если вы пытались и верили Богу, Дух Святой велел мне помолиться, поэтому поднимитесь прямо сейчас. Не раздумывайте, а вставайте. Во имя Иисуса вставайте. Если не встанете, останетесь на своем месте, будет слишком поздно. Я уже не верю, что смогу зачать ребенка. Нет. Не нужно так думать. Верьте в благодать. Если вы муж, положите руку на живот своей жены. Все остальные просто поднимите свои руки. Мы увидим, как эти люди засвидетельствуют о рождении детей до конца года. Во имя Господа Иисуса Христа. Отец, мы молимся за каждого человека, который встал со своего места, включая всех телезрителей. Дети, это наследие от Господа. Я разрушаю проклятие бесплодия и приказываю каждой утробе открыться. Я говорю, жизнь, благословение, плодотворность репродуктивных систем — и мужа, и жены. То, что мертвое, оживет во имя Иисуса. По Слову Божьему, дети, это наследие от Господа. Я произношу благословение Божие на ваше чрево. Зачните ради славы Божией. Растите детей ради славы Божией. Во имя Иисуса я призываю силу Духа Святого в вас. Да будет так. В этом году из вашего чрева родится ребенок. Бог будет защищать вас. Я провозглашаю это ради славы Божией во имя Иисуса Христа. Если вы верите в это, скажите «Аминь» и воздайте Богу всю славу. В этом году сфера ваших финансов будет восстановлена. Если вы верите, что Бог даст вам финансовый прорыв, встаньте прямо сейчас с места. Хотя нет, пока что сядьте. Возможно, у вас нет работы, и вы верите, что Бог даст вам работу. А вы умны и образованы, не ленивы. Бог не помогает ленивым, это очевидно. Бог их спасает, но не помогает. Он не поможет развращенным людям. Прежде всего, хочу помолиться за тех, у кого нет источника дохода, но есть навыки. Это неправильно. Бог создал вас для работы. Прежде чем дать Адаму жену, Бог дал ему работу. Работу дает сам Бог. Меня не интересует экономическая статистика. Мне не важна статистика, мне важна сила воскресения Иисуса Христа. Бог даст вам благоволение, и в этом году вы найдете работу во имя Господа Иисуса Христа. Если у вас нет источника дохода, и вы верите Богу, поднимитесь прямо сейчас. Я верю в Божью силу воскресения. Встаньте со своего места. Если вы еще раздумываете, не сомневайтесь. Если вы не верите, что Бог сделает это для вас, я не смогу верить за вас.
Завтра, если у вас еще нет резюме, составьте его и начните искать работу. Кто-то из вас найдет ее уже на этой неделе. На этой неделе кто-то из вас получит работу во имя Иисуса. Поднимите руки к Богу. Остальные, молитесь за тех, кто доверил Богу вопрос работы. Отец, это не твоя воля, чтобы в Южной Африке были безработные люди, как и твои дети в церкви в этой стране. Я молюсь Егове Ире, Эль-Шадаю и Богу-обеспечителю. Ты устраиваешь путь там, где его нет. Отец, я молюсь за твоих детей, потому что ты сказал, кто не работает, тот и не ешь. Отец, я молюсь за твое божественное благоволение и мудрость. Поведи их к местам работы. Я молюсь за тех, у кого годами не было работы. Независимо от цвета их кожи, веди их своим суверенным путем. Дай им мудрость и водительство. Отец, пусть каждый из них найдет работу в этом году ради славы Божией. Или в ближайшие 3 месяца, или даже на этой неделе. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы сила воскресения проявилась в их жизни. Отец, дай им благоволение. Пусть им придут сообщения и письма. Пусть люди называют их имена и говорят о них, и они будут приняты на работу. Даже те, кто был уволен, будут приняты вновь. Я прошу об этом ради твоей славы. Во имя Иисуса Христа сделай это, Господь. Сделай это, Господь. Благослови свой народ. Благослови свой народ. Отец, я призываю ангелов, чтобы они устраивали хорошие возможности, служебные духи. Идите впереди и ведите этих людей, чтобы они обрели стабильную работу и хороший источник дохода во имя Иисуса и стали благословением для Твоего Царства и благословением для бедных во имя Иисуса. Все, кто сегодня стоит и просит об этом, вы увидите, что сделает Бог в вашей жизни. Вы увидите, как Лазарь выходит, что выходите вы из гробницы нищеты, что вы выходите из гробницы безработицы. Воздайте Богу славу. Это будет ради славы Божией. Верьте в лучшее и скажите аминь на это во имя Иисуса. Библия говорит, не имеете, потому что не просите. Иисус говорит, просите и получите, чтобы прославился Отец ваш Небесный. Чего не будете просить, верьте, что получите. Верьте, что Иисус ваш ответ. Это говорит Евангелие от Марка. Активизируйте свою веру. Смиритесь перед Богом. На этой неделе мы говорим не о примирении с Ним. Мы говорим о том, чтобы начать делать то, к чему Бог нас призвал. Ваш бизнес выйдет на совершенно новый уровень. Ваша практика выйдет на совершенно новый уровень. Ваше служение выйдет на совершенно новый уровень. Если вы верите Богу, Он сделает это возможным. Прославьте Бога. Если вы верите, что ваши дети будут служить Богу так, как никогда прежде. Если вы верите, что весь ваш дом будет спасен. Если вы верите, что дорогие вам люди, ваши близкие, друзья или родственники будут радикально спасены, тогда встаньте со своих мест во имя Иисуса. Я надеюсь, что встанут все. И поднимите свои руки. Иисус не хочет, чтобы кто-то погиб. Мы приносим к Тебе всех этих людей, блудных детей, тех, кто отступил, и призываем силу воскресения сегодня. Мы просим Тебя спасти наших друзей, наших родственников, наши семьи. Мы просим, чтобы со многими произошло то же, что было с Павлом в Дамаске. Мы молимся, чтобы блудные дети пришли в себя и вернулись в дома своих отцов. Отец, мы стоим в вере, что в этом году эти люди будут спасены ради славы Божией.
Сейчас в течение 15 секунд произносите в молитве имена этих людей. Мамы, бабушки, дяди, тети, жены или кто-то еще. Молитесь, чтобы этот человек пришел в себя во имя Господа Иисуса Христа. И вот сейчас молитесь, давайте, молитесь. Если вы верите Богу, прославьте Его. Произнесите это имя перед Богом еще раз. Прославьте вашего Бога. Аллилуйя! Я знаю, что сегодня немного необычное служение, однако я не в силах помолиться за каждого из вас лично, поэтому мы в общей молитве взываем к Богу. Те, кто верит, что Бог даст финансовый прорыв, поднимите руки там, где вы есть, и скажите: «Отец, я верю во сверхъестественный прорыв финансов в этом году во имя Иисуса Христа. Аминь». Помните, как Марфа сказала Иисусу: «Если бы ты...» «Был здесь, на этом месте, тогда не умер бы брат мой». Иисус задержался на 4 дня. Если прорыв задерживается, пусть ваша вера не угасает. Каждую неделю славьте и молитесь громче, и верьте, что Бог даст прорыв в этом году. Приготовьтесь к этому. Соберите все ненужное — разочарование, гнев, обиду, неверие, осуждение — все, что вам не понадобится, и уберите это подальше. Придите к Богу, как пустой сосуд, и увидите, что Он для вас сделает. Бог переводит вас из Мерры в Елим, место множества благословений. Это будет год множества благословений. Помните, Христос умер, чтобы искупить вас от проклятия закона. Во Христе у вас есть все благословения. Вам просто нужно призывать силу Божию во имя Господа Иисуса. Скажите на это «Аминь». Аллилуйя! Так в чем же вы верите Богу? На счет раз, два, три вы должны быть готовыми ответить. Я бы предложил, если вы, к примеру, верите, что ваша дочь будет спасена, записать ее имя и подписать «Ради славы Божией», потому что это нужно ради славы Божией. Разве люди борются с нищетой не ради славы Божией? Я не говорю, что нищета — это признак, что Бог не действует в жизни людей. Но система нищеты — это не от Бога. На небесах нет нужды. Иисус не хочет, чтобы вы были бедны. Люди могут с пеной у рта спорить об этом, но Иисус пришел именно для этого. Для этого не нужно уходить на небеса. В Евангелии от Луки Он сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, нести добрую весть». Когда вы принимаете Иисуса Христа, Он укажет вам выход из нищеты. Он разрушит ярмо нищеты. Да, сначала Он вас спасет, но не оставит вас бедными. Он выведет вас из нищеты. Хотите, чтобы Южная Африка вышла из нищеты? Скажите «Аминь» на это во имя Иисуса. Он пришел, чтобы исцелить каждое разбитое сердце. Вы пережили развод и предательство, пережили трагедию и потеряли близкого человека. Произошло что-то, что выбило вас из колеи. Иисус пришел, чтобы исцелить ваше разбитое сердце. Он пришел, чтобы освободить пленников. Бог не желает, чтобы вы были в оковах. Христос даровал вам свободу. Я провозглашаю, что 22-й будет годом свободы для вашего духа, души, тела и ваших отношений. Вы будете на высоте. Вы будете, как молодой олень, перепрыгивать через любые препятствия. Это будет год, когда вы будете жить в свободе и свете ради славы Божией. Вы будете так помазаны, что все оковы дьявола в вашей жизни будут разрушены. Дьявол не сможет вас удержать, потому что вы будете наполнены помазанием.
Бог будет изливать свежий елей на вашу жизнь на глазах у ваших врагов, и враги не смогут влиять на вашу жизнь. Вы и вся ваша семья будете свободны. Вы будете наслаждаться благословениями Бога. Он приготовит для вас трапезу. Он устроит для вас праздник в этом году. Я провозглашаю и пророчествую об этом во имя Иисуса. Ни один из вас не останется на прежнем месте к концу этого года. Вы пойдете вперед. Приготовьтесь к этому во имя Иисуса Христа. Идите к своему прорыву, не сводя глаз с Иисуса ради славы Божией. Поэтому закричите с триумфом и воздайте Господу славу. Аллилуйя! Я не спрашиваю, что уже смердит. Бог изольет свое помазание на эти сферы ради своей славы. У самого угнетенного человека на этом месте к концу этого года будет самая широкая улыбка, самый связанный человек, которого окружающие уже сочли безнадежным после одного прикосновения Бога, уже не будет прежним. Я хочу помолиться за тех, кто ощущает какую-то телесную боль. Пожалуйста, встаньте, не раздумывайте. Если у вас что-то болит, вставайте. Я не спрашиваю вас о причине боли, не раздумывайте. Если думаете, значит, боли нет, положите руку на больное место. Если это слишком личное, положите руку на голову. Библия говорит, верующие... «Верующие сегодня будут возлагать руки на больных, и те исцелятся. Возложите сейчас на себя руку. Кому-то из вас нужно пойти к врачу, потому что вы ведете борьбу, которую вести не обязательно. Сатана лжет вашему разуму. Позвольте врачу выяснить суть этой борьбы. Вам не нужно вести эту борьбу. Страх преувеличивает симптомы в вашем теле. Возложите руку на свое тело. Во имя Иисуса, Отец, я проклинаю всякую боль и немощь, всякую болезнь и источник, и корень этой боли. Иисус, Ты, Целитель, я прошу, протяни свою руку могущественную, Духом Своим Святым, и коснись каждого тела на этом месте ради Своей славы. Я проклинаю всякую боль и приказываю ей засохнуть. Я проклинаю всякую немощь и всякий источник кровотечения. Проклинаю силы имени Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я разрушаю силу духа немощи прямо сейчас. Я разрушаю влияние проклятий и чар, заклинаний и всякого колдовства. Я разрушаю их силу прямо сейчас во имя Иисуса. Во время молитвы вам нужно снять с себя вещи, связанные с проклятием. Снимите их прямо сейчас во имя Иисуса. Снимите их со своего тела во имя Иисуса. Уничтожьте их во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо за Твою силу. Тот же Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, воскресит и их. Ты касаешься людей от макушки головы до подошвы ног. Спасибо за Твою исцеляющую силу, которая проходит через все тела на этом месте. Я разрушаю всякое ярмо болезни силой Твоего помазания во имя Иисуса. Вы в это верите? Принимаете? Если да, воздайте Богу славу. Прославьте Господа. Теперь подвигайте своим телом, своей ногой или рукой. Пусть хвала звучит из ваших уст во имя Иисуса. Прославляйте Его за то, что Он восстановил ваше тело сегодня. Прославляйте Господа. Это не воля Божия, чтобы вы приходили в церковь в оковах и жили в них.
Иисуса принимают не интеллектом, а сердцем. Сердца некоторых из вас охладели. Вы ушли от Бога и заблудились. Бог сказал мне, на этой неделе, что в церкви много заблудившихся, много. Опустите головы и закройте глаза, пусть Бог проговорит к вам, пусть никто не ходит. Вы заблудились в эту пандемию. Как блудный сын, вы ушли из дома отца. Вы чувствуете, что заблудились? Если сегодня вы умрете, вы не знаете, где вы проведете вечность. Самое великое, что пришел совершить Иисус своей силой, воскресение, это воскресить ваш дух. Если сегодня вы сидите в одной из наших церквей в Блумфонтейне, Йоханнесбурге или где-то еще и говорите: «Пастор, мне нужно примириться с Богом, мне нужно вернуться к Нему», тогда я помолюсь за вас. Самая страшная болезнь — это теплота сердца. Когда мы уходим от Иисуса, мы теряемся. Он не спрашивает, как вы заблудились. Он указывает путь обратно, путь примирения. Прежде чем мы пойдем дальше, если вам нужно примириться с Богом и начать сегодня все сначала с Иисусом Христом, я хочу помолиться за вас. Склоните головы и закройте глаза. Если это мольба вашего сердца, и вы знаете, что Бог обращается к вам, тогда прямо там, где вы сидите, поднимите руку. Поднимите руку прямо там, где вы находитесь. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит каждого. Рук очень много, и пусть Бог благословит вас. Бог призывает вас к себе, но вам нужно откликнуться. Ему нужен ваш отклик. Если вы еще не подняли руку, я вновь призываю вас сделать это, особенно наших зрителей. Нужно, чтобы в этой стране, в наших церквях действовал дух евангелизма, и потерянные вновь стали приоритетом. Если вы не знаете, где проведете вечность, и Иисус Христос еще не стал Господом вашей жизни, я помолюсь за вас. Зрители, вы тоже можете поднять руку и молиться вместе со мной. Если вы чувствуете, что Бог обращается к вам, что вам нужно примириться с Ним и начать все сначала, смирившись перед Ним в начале этого года, дерзайте. С этого мы и начнем. Если вы еще не подняли руку, поднимите ее, где бы вы ни были. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста, поднимайтесь сейчас вместе со мною. Встаньте вместе со мной. Не волнуйтесь, сегодня все не так, как обычно, но мы получим большое благословение, сделав то, чего ждет от нас Бог. Многие из вас подняли свои руки. Поднимитесь со своих мест, пожалуйста. Поднимайтесь, если только вы не в инвалидной коляске. Встаньте с почтением к тому, что будет делать Бог. Мы почитаем Бога и прославляем Его на этом месте. Если вы поднимали свою руку, я хочу помолиться за вас. Если вы привели с собой близкого друга, он тоже сможет прийти сегодня ко Христу. Самое главное, что мы можем делать, завоевывать души для славы Божией. Сегодня здесь много потерянных душ. Люди сидят в церкви, но они потеряны. Вам нужно спастись. Вам нужно вновь найти Иисуса. Поднимите свои руки. Возьмите в руки Библию или возьмите за руку человека, который пришел с вами. Я призываю вас к алтарю. Вставайте и выходите. Смиритесь перед Богом и придите сегодня ко Христу. Я вижу, что сегодня многие люди будут спасены. Ходите в Духе Святом, ходите в силе воскресения Духа Святого, вставайте со своих мест и придите сегодня ко Христу, вставайте и ходите с Иисусом, встаньте со своих мест и примиритесь с Богом, выходите вперед.
Таких людей сегодня много. Те, кто остался на своих местах, видимо, не ищут Бога и не слышат Его призыв. Если сегодня в вашем сердце горит огонь, если в вашем сердце звучит призыв, встань и выйди к алтарю. Это Дух Святой зовет вас. Это Его сила, воскресение касается вас сегодня. Во имя Иисуса приходите. Я хочу сказать вам, что величайшее чудо — это когда человек получает спасение. Я уже говорил, что один из первых признаков того, что люди отошли от Бога, это когда они не идут к потерянным людям. Если вы молились за кого-то, в следующий раз приведите его с собою. Мы не будем играть в христианство, мы не играем в церковь, мы ею являемся. Все, кто пришел сюда, положите руку на свое сердце, ведь Иисус любит всех вас. Вы важны для Него. Церковь, вся Южная Африка, молитесь вместе с нами. Скажите: «Иисус, сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я верю всем сердцем, что Ты Христос. Я верю, что Ты воскрес из мертвых, и верю, что Ты жив. Сегодня я отдаю Тебе все. Я благодарю Тебя за новое начало вместе с Тобою. Твоей благодати достаточно для меня. Я прощен, я освобожден, и я Твое дитя. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Вместе с небесными ангелами мы восклицаем: «Слава Богу! Аллилуйя!» Мы помолимся и вернемся к служению. Если вы из Притории, повернитесь направо. Если вы из Блумфонтейна, повернитесь налево и следуйте за пасторами. Мы хотим подарить вам Библии, помолиться с вами и помочь пойти по пути ученичества во имя Иисуса. Я знаю, что телезрители по-прежнему с нами. Мы еще не закончили. Мы приготовимся к тому, что Бог будет действовать в нашей жизни сегодня. Аминь. Я рад, что вы так воодушевлены сегодня. Однажды у начальника синагоги умерла дочь. И Иисус, услышав об этом, сказал начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй. Не знаю, с чем вы столкнулись, но не позволяйте страху брать верх над верой вашей. Вам нужно принять решение стоять в вере и верить, несмотря ни на что, какой бы невозможной ни казалась эта ситуация». Иисус сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно тому, кто верует». Пусть Бог благословит всех наших телезрителей. Мы любим вас. Аминь.